Абонерных просим удалиться. Swatch. Ух ты. Да не, это не сильно нервы. Ну, так я не понял, меня что, опять обделили? Я участвовал в вашей сделке. Ну, Edifice какой-то. Все хорошо, но у них ремни, блять, опасные. Ремень будет хороший, у меня новый. А. Так, что вот это? Что-то такое модное. О, Edifice какой-то. Ну, Dual Time. А, с этим, да, с механизмом? Ну, это... Ну, это стандартный классический. А это что, погодите? Классический Edifice. Я ж держу. Вот эти гораздо интереснее. Сколько эти они будут? Эти интересные, да? Рублей за 7, наверное. Вот, обменяемся, да? Если чего. На нож? Не знаю. Но тут... Ты хорошо, ты там с демпингом. Я же знаю, за сколько ты купил. Ой, нашел. Вы же не знаете. А у тебя же черный. Это черные вот эти, это другие. А, нет. Ну, дай, еще раньше. Дай подснять. А тебе я спрятал. Сколько я стоит? С открытым балансом. Такие рублей за 300 не жалко. Нет. Омус. А у кого забирать? У Валентины. Ну, за 300 рублей сколько? Она тебя ждет там, говорит. Где она сидит? Ну, на машине-то, на... Так, что это за фирма? Телескоп. Лондон. Дальше что? Вау! Винтаж, да? Ну-ка. А в чем у них такого? Ну, они фирменные. Ну-ка. Давай лучше сделаем так. Versus Battle. Не надо. Иди спокойно. Из чего, сколько стоит? Мы ее не поставили. Даже боюсь называть стоимость. Я же знаю. Рубля 3. Модель. Меняемся на корпус с твоей доплатой. Не, я не могу. Не будешь? Ну ладно. Хорошо, без доплаты просто. Корпус отпирает. Даже, блядь, очками. И что там за механизм стоит, вам станет Италия. Всякие кнопки тут. Это Дэйв Майстер. Да? Их нету вообще в продаже. Одни он продает, дурачок, за 18. Я говорю, а дай мне как донора за пятерку. Ты их никому не продашь. Mm-hmm. Не, ну прикольно. Вы обрисовали? Да я понял, я сейчас машину уберу. Сергуня. Да зачем не тащи их? Так, пусть они лежат, лежат. Ты... Нет, по... Вот, первый воскресенье, 21 число. Потом время, да? Потом второе время. Вот это Dual Time, вот Т2 тут написано в квадратике. Вот. Если когда Т2, уже секундомер не включается. Заблокированы кнопки. Чтобы включить по часовой сигнал, вот он включен, в режиме Т2, вот где самолетик горит, там самолетик в кругляшке, нажимаешь две кнопки вот так одновременно. Даже мне просто так неудобно. Вот женские. Это. На шею вешаться. Мужчинам ходить не надо. Часы кулон называется, чайка. Да, вот такие вот. Девушка носит вот так вот. Это коробка от них. Хороший подарок. У меня есть, но стекло выпало, я расколол. Принесите так на запчасти. А? Принесите на запчасти. Вы принесите, а эти купите. А мы купим у вас, если не хотите, не надо вам. Мы купим. Ну, полет. И все работает. Сейчас работает лучше. Хорошо. Да не там тут так нормально. Ну, нормально, в общем, сейчас идет хорошо. Так, что теперь карго мне продашь? Не нравится, значит. А? Ну, вот это не нравится, говорю, вот этот корм. Не нравится? Ну, вот такая вот байда вот здесь. Мне нравится. А мне нет. Ну и ладно. Календарь надо делать, да? Календарь Серега сделает. Там ладно. Просто надо переставить в другое положение, я чтобы он 12 часов работал. Так, вот так вот. Петя у меня покупал. Вот этой фирмы, короче, они бывают там, короче, вообще фирмы. Ну, вообще, что он говоришь, в одну сторону заводится только, да? Ну, стрелка Серега, там есть. Романсон. Вот же, видишь, стрелка нарисована вот в сторону завода, в сторону завода. Зад холостую. В холостую. И ручной завод. В 60-х годах придумали, а потом ничего не придумали. Вообще классный. Своеобразный, да? Ой, так тут схема-то это фарфоровая. Ой, какая она дурацкая. Блин. А что, если не фарфоровая, что ли? Конечно. По современнее чуть-чуть, года на три. Это вот 87 год.
А ближе к 90-му году уже не фарфоровые сумки. А их этот выпускал же Пульсар завод, да? Да, завод Пульсар. Продолжал, хотя современнее модели появились. Она все равно на любителя штопали. Они очень дешевые в концовке стали. 36 рублей уже. Серега, я такие не видал фарфоровые. Если не разбирал. Они бывали и 87-го года фарфоровые, уже не фарфоровые. Полет с автопозаводом. Сейчас тоже глянем. Где? Вот покажи там еще что. Полет с автоподзавод. Ну там на палочке автоподзавод уже. Ну конечно. Без подшипника. Само собой. Палочка и на ней. Конечно. И на пульсник. Все из да, тех времен. Смесь. Да, это да, все, да, это именно. Все из тех времен. Не, але не надо. Але тебе дома, я его дома надо. Который его нет, дома. Нет, дома я не буду давать, в котором мне дома. Это что? Вот не пришел. Все. Я тебе знаю, где дома. Есть вещи, которые не продаются. Понимаете, о чем речь? Родина и мои часы, которые у меня дома лежат. Вот, молодец, так, так и передайте. Да женские куда? Женские были? Вообще не это, не котируются. Были бы Гонконг еще женские, это вот старый Гонконг. За 800 могу эти вот одеть. Не. Ой. Серега по 700 такие мне рабочий дает. Видишь, кран треснутый посмотри. Посредине треснул. Продает уже там, он их это делает там. Там геморрой много их делает. Да. Ну, где-то добывает. Видишь, разбитые. Вот с этим такой калькулятор. Лазер у меня был. Это лазер. Не тот лазер, другой, да, который. Тот другой. Лазер. Нет, тот другого уровня. Там крышка железная задняя и это. А вот там еще куча. Да вот я высыпал, а производитель. Ну тут и вонище, конечно, да? Вот смотри, тебе не надо циферблатик Заря. Нет, Заря не надо. Посмотри браслеты там. Я вот смотрю, они все вот такие. Вон. Да мы уже все высыпали тут, это та же куча, как мы ее. Помнишь, мы ее перекапывали? Это кардинал, это полет, да? Кардинал, это ракета, вон, даже механизм ракет. Ракета. Вон Монтана, Серега. Где? Право, лево? Вот палец, да. Это зубная паста. Да не, он обломанный весь. Да. Вот пам. Ну ладно. Да нет, я здесь похожу, как я вот. 50 лет тут прошло, чего я сразу помню. В каком углу, да? Ну так ты. А там сколько часовых было этих магазинов? Два отдела там было. Два отдела, да. Году увидел-то? 70 каком-то. Ну когда его только открыли, 70 каком-то. Четвертого, 73-го. Ну что-то там, я маленький был еще. В первый класс пошел. Когда... Увидел, а что у тебя? Я удивился, электронные часы, но без кнопок, так с оклыги. Первый это круглый, штук так. Так там еще, знаешь, какие модели были наворочены? Пирамидкой, вот так вот. Вот такие я не видел. Были там, они в желтом корпусе. Ну их сразу разглотали. 200 с чем-то, 208 рублей они стоили в пирамидке. А как месячная зарплата? Да, две месячные, полторы. Две. Охренеть. 110 были вот обыкновенные. Вот очень это, дорого, как у Сереги-то были, в коробочках. Круглый этот, пластмассовый. Вот те вот... стоили 120, по-моему. Дерьмище вадевское. Ну, это, они не настоящие, кстати. Но секунда, кстати, блин, прикольная. А тут на карлика что-то, да? А, побольше чуть-чуть. Почем? Секунда. Меняют доплату. Блядь, барачный. Все тебя уже знают там. Барачный какой-то, блядь, тип там. Мелкий жулик. Да я еще с определенным механизмом, да, если у него нету. Блин. Как там? Шпана панельная, да? Ну, рвань шинельная, шпана панельная. Не, Михалыч, пиз нету. Там нету. Ну, есть такое. Асахи. Ну, все, давай пока покажем. Не хочешь асахи приобрести? Нет, нафиг не. На пасашок. Нафиг не. Пасашок. Именные какие-то. Задет еще другие. Это одна крышка стоит. Ну это не с подзавода, да? Нет, это обыкновенно. Воду хорошо держит. Я хоть заснял сегодня этот эко-драйв. Не заводить. Вот, друзья, еще получил такие часы. Классные, массивные, тяжелые. Это Citizen Eco-Drive. С солнечной панелью. Заряжаются.
Помаши, поприветствуй. Вот это чистовщик. Какие делали часы? Новосенко, приходите ремонтировать. Я думаю. Вот он покупает часы, запчасти. Знаешь, какие громкие. Для мертвого можно поднять из могилы. Васенко 2 в дом быта, второй этаж. Ремонтировать приходите часы. Хорошо делает. У них там бригада есть. Часовщиков. Часы разные мы тут продаем на рынке. Замена, да, батареек, механизмов можем производить. Что за часы? Часы. Как называется-то? Кристрон. Посылку получили. Гонконг старый. Старый. Сейчас, подожди. Они всю, наверное, батарея сдуха у них. Не проиграть. Все, не проиграть. Не, не на один хватило. А, вот, пошло. А эти? Сейчас, подожди, эти. Сейчас, подожди. Так грустно такая. Слушай, я такие даже не слышал. Так это Гонконг старый. 80-х годов начала, может даже. Ходить-то буду, куда они денутся. Батареечные. Вообще нифига не будет. А это американская, что ли? Нет, это из оперы «Травят». Это этот. Вот три. А вообще вот так переключаешь на секунду. Подержал, подержал. Оп, секунды пошли. Петр Григорьевич. Помните, если там нет. Вот, уже лучше. Вот. Вот, 20. Конечно же, нет, есть. Найдем. Вот 22. Снимем, предоставим. Ага. Выкатим. Дело житейское. Ну вот видите. Вот дома тоже та же история. Вот не так все просто оказывается. А все усложнено. На 22. Ушко надо. На 20 тут вообще. На 20? Ну давайте. По-моему, или на 22. Битые на голову. Че, вот как их восстановить? Хуево. Монтаны, посмотри. Да я все посмотрел. Все смотрел. Все вот эти такие эти. Не такие, короче, которые надо. Ремешок, кусок, вот второй нету, я уже смотрел. Что за ложки? А? Ложки Михаил. Угу. Хороши ложки. 100 рублей штука. Угу. Я уже смотрел, а вот эти я смотрел. Видишь, обгрызли кусок, блядь. Выгрызали. А там царские ножи. Битин, да, она идет же без названия. Златоустская гравюра, царизм. Да? Царизм. Царские. А по чем? Именно вот эти по 2,5. Ну, по 2 могу дать. Mm-hmm. Я их сам по 2 брал. Осталось 2. Вот для рыбы и для чего-то нам еще. Ух ты! А остальные по 1,5. Простые ножи. Вилки по 1000. Ну, то еще царские. Царского периода. Положите. Не пробивать это, ну, ями. Там головка. Ну-ка. Да там капец. Там тебе все сейчас сам откроют. А есть еще фирма такая какая-то модная тоже. Ну-ка. Да все не надо открывать. А такой в Касторами продается, нет? Да хрен там, как в Касторами будет. Хренеть, блин. Просто ж песня. Ну да. А подвигай пилочка. Ой, какой ножичек. Ой, остренький, не целованный ни разу. Не целованный. Ну да, качественно. Вы в восторге? Да. Такой аккуратно работать можно. Двойной сигнал по часовой вообще. Это ты свои часы хвалишь? Нет, это я купил. Кто что, кто ножи, кто часы? Это другие совсем. NAK. А где ты взял? У людей, блядь. Не, которые сейчас купили? Смотри. Ну, это они. Большой клинус, маленький. Так, мне тут знакомый принес часы еще на реализацию.
Копил. Вот два терминатора, но тут, по-моему, 4 или 3. Они рабочие. Вот работают. С браслетом вообще. Вот на 20-ку браслет, у них редкий браслет. По 1500 на Авито продается. Так, сейчас будем смотреть, что в пакете. Ну, тут достойно, в принципе. Вот такие чайка кварцевые. Не каждый день. У меня таких 2 штуки есть. Вот это будет, если что, в продажу. Все оригинальное. Так, распотрошил здесь ракета кварца, но она, по-моему, в ремонт. Так мы ее не починили. Вот 2 терминатора еще, но они вроде глючные. Смотреть надо, он сказал. Роман Солнцев, автоподзаводом, нечастый. Ты встретишь. Здесь склонности клея. Посмотрим, что можно сделать. Вот это точно ходило, мы ее чинили. Так, пульсар. Это 90-е вроде года. Или 80-е даже. Япония. 2 сток полеты, ну лучи, слава здесь, обычный зим, позолоченный зим. Здравствуйте, дорогие друзья, не было видео 3 недели, за это время много чего случилось, ну там мировые новости не будем, тут все же форум о часах. Ну и в первую очередь, наверное, проблема с YouTube, не знаю, как сейчас поступать. Ну, возможно, буду также продолжать заливать на Ютубе, на Ютуб канал. Но, возможно, также альтернатива появится. Не знаю, Рутуб или ВК. Ссылки, если что, появятся. А теперь коротко о закупках часов. Casio. Это, по-моему, 90-е годы. Редкие часы. Еще одни Casio. Ну, все оригинально, естественно. С советским ремешком. Часы Sharp в отличном состоянии. Так. Это Секонда. Не знаю, что за бренд. Это вроде советский был бренд. Но здесь японский механизм Seiko стоит, если не ошибаюсь. Тоже японские часы, ну, японский механизм, вот такой Супермен. Ну, выглядит детско, но все равно, кому-то может пригодиться. Это Восток часы, позолоченные, аушка. Вот такой вот Ориент, кнопки нет у него, в отличном состоянии, на точном ходу, в продаже будет. Нечастые часы. Так, выменял на Citizen Edifice, ну, естественно, с доплатой, пошел. И вот такой вот Ориент механический. Продажи будут часы. Позже, может, даже ролик сниму. Далее, полет с автоподзаводом. Часы Маяк. Это ракета, по-моему, Петродворцовый. Это у нас Casio, вроде винтаж 90-й. Это Слава холодильник альтернативный, так называемый корпус. Механизм прецизионная волна. Это дал Серега браслет, и тут куча выменял за часы, которые мы на почте забирали. Компухрон, еще один компухрон. Это для любителей электроники. Наконец-то попался браслет. 20-ка вроде, если не ошибаюсь. Так. Ракета кварц. Нечастые часы. Шаговый двигатель там. Электроника 5 с конем. Это Белоруссия. Музыкальная. Электроника кирпич. Конец 70-х, начало 80-х. Это я не знаю, рабочий, не рабочий, буду проверять. Аналогично вот этим. И вот эти вот аналогично вот этим. Буду смотреть, работают, не работают.
Casio такие винтажные. Это тут будильник вроде только. Легкие тонкие часы, оригинал. Так. Зажигалка, кто помнит, вот пистолет с коробкой. Называется она ZGR-22. Сторонку ее. Электроника вроде 53, Средняя Азия. Тут Самарканд, столица нарисованный. Плеер Panasonic. Вроде рабочий, Серега подарил. Так, отбрасываем ремень. Часы Компухрон. Тонкие. Будильник. Часы Сигнал Белоруссия. Такая нечастая. 52 вроде. Часы Мужик Пузыре. Восток Амфибия. Чистополь. Часы карманные. Так, красный циферблат такой под марьяж на руку. Вот такие часы отличные. Обычный Восток Командиры Мариманом. Вот такой полет, ой, ракета Кварц. Квадратный, красивые часы. Не тестировали, взяли в этом, в Ретромане магазин. Луч, отличное состояние. Только болт один ржавый. Вообще редко когда попадается, когда железная крышка. Браслет. В отличном состоянии электроника. 204 вроде. Часы Командирские России с ручным заводом. Еще одни часы Sharp. Рядом ложим. Другой цвет. И часы Orient Automatic. Вот такие вот костюмные часы. Так, в итоге у нас получается вот такой вот обзор. Это мне часы дали на реализацию. Я их до этого показал. Так, тут ножик еще. Но это отдельная тема. Все, пока. Все часы с видео продается. Кто успеет, тот и это. Того они и будут. Того и тапки. Всем спасибо за присоединяйтесь. В общем, кому что надо, пишите. Всем удачи. Всем пока. Так, жара 30 градусов. Жарим шашлычки. Тут отдыхают, тут жарится. Вот так вот проводим день. Выходной.